Всем привет! Я хочу вам показать модернизированный аккумулятор, который удобно использовать при тестировании, отладке разнообразных радиоцепей и тому подобного оборудования, которое нуждается в питании. Еще состоит модернизированный аккумулятор. Непосредственно сам аккумулятор. Я использовал 7-ампер-часовый 12-вольтовый гелевый аккумулятор. К нему на верхнюю его часть через двухстороннюю липкую ленту я прикрепил автоматический выключатель, вольтметр и клеммную колодку. По порядку, что за что отвечает? В данный момент клеммная колодка позволяет достаточно быстро и легко подключить любой потребитель, любую нагрузку, без использования каких-то специальных коннекторов, разъемов, ну и того прочего. Вольтметр, который присутствует также здесь, позволяет контролировать напряжение на аккумуляторе как во время его разряда, то есть в рабочем цикле, так и во время заряда. Непосредственно сам автоматический выключатель позволяет без проблем включать, то есть без использования опять же каких-то там проводов, соединений, и во время теста выключать питание. Также автоматический выключатель очень полезен тем, что если в вашей цепи какая-то нештатная ситуация, перегрузка, повышенные токи, то это может оплавить провода, либо вызвать еще какие-то повреждения аппаратуры. В данном случае здесь же ничего не происходит страшного, просто автоматический выключатель отключает цепь таким вот образом. Можно повторить это, ничего страшного, опять же говорю, не происходит, все очень удобно. Вот такое вот получилось изделие, достаточно простое, компактное, позволяющее сделать оперативное какой-то контроль, оперативное вмешательство, вот, работу с оборудованием, либо с приборами, с блоками какими-то. Надеюсь, это вам понравится и пригодится в работе. Повторить это несложно, вот, а работу облегчит достаточно сильно. Всем удачи, 73.